вами Лили Павловна Коваленко на пляже. Мы много говорили об этикете на пляже. В общем-то, есть определенное положение, которое мы будем закреплять в следующих наших беседах. А сегодня я хотела бы всех пригласить в Одессу. Середина лета, великолепный сезон. Обратите внимание, я вышла из воды, присела на достаточно небюджетный пляж. Никто меня за руки не вытягивал, никто не посмел оскорбить. Просто как бы видят, что я не собираюсь здесь располагаться на день, а присесть на 5 минут – это не сложность, это не проблема. Давайте не делать углом частные пляжи. Не все частные пляжи плохие, вернее, не все хорошие, но не на всех частных пляжах работают хамы. Полным-полно людей, которые, как ни странно, великолепно знают этикет, великолепно знают моменты общения, как входить в контакт и как ликвидировать конфликт внутри.